Общероссийская общественная детская организация «Лига юных журналистов» совместно с Институтом развития интернета реализует проект «География детства». Цель проекта – осознание и сохранение подрастающим поколением этнокультурной самобытности народа в России. Среди задач одной из главных является сохранение этнокультурных традиций малых народов России для современников и будущих поколений. Принять участие в этом проекте смогли учащиеся СОШ номер 5 Аула Бличепсин. Цель вашего приезда в нашу республику, в частности, в Аулу Бличепсин? Мы снимаем фильм о детях Адыгеи. Это часть огромного проекта, который называется «География детства». Проект затеян для того, чтобы рассказать о том, как живут дети всех народов России. И данный наш приезд – это дань уважения к республике Адыгея. Нам бы очень хотелось показать, как живут ребята, чем увлекаются, знают ли они свои традиции и культуру, хотят ли их чтить, соблюдать и передавать следующим поколениям. Нам интересно, что их увлекает, что интересует, как они видят свое будущее. Обо всем этом мы разговариваем непосредственно с детьми и подростками. Ну и, конечно, стараемся запечатлеть национальный колорит во всей его красе. Как давно вы у нас в республике? Время съемочное для киногруппы, как вы понимаете, ограничено. У нас всего 4 дня, и за эти 4 дня хотелось бы взять самое вкусное и самое интересное. Где вы уже успели побывать? Что вы сняли, запечатлели? Мы снимали в Лаганаке, снимали водопады ваши, потому что красоты Адыгеи обязательно тоже должны быть показаны. Снимаем второй день в Кашихабльском районе, вот вчера в самом Кашихабле, сегодня в ауле Бличепсин. Будем снимать в Майкопе, столице вашей республики. То есть мы побывали практически во всех уголках республики, начиная от районов, которые находятся рядом с Краснодаром, заканчивая вашими плато, Лаганаки и другими красотами. А возрастная категория детей как-то ограничена или это не имеет значения? В нашей стране дети – это все, кому еще не исполнилось 18 лет. Поэтому мы стараемся все возрастные категории охватить, чтобы были и маленькие ребятишки, потому что они очень интересны, и у них свое восприятие мира. И, конечно, чтобы были подростки, которые уже, наверное, более осмысленные, которые уже понимают, какими они станут в будущем, чем они будут заниматься. И это совсем другая сторона медали, которую мы тоже хотим показать. После Бличепсина дальнейшие ваши планы, куда вы должны поехать? В Майкопе снимаем завтра, снимаем в Адыгейской республиканской гимназии, снимаем юных туристов, которые занимаются. Мы знаем, что в Адыгее сильная, мощная команда по этому направлению. И будем снимать небольшой кусочек про ваш национальный инструмент шичепщин. Мы знаем, что у вас есть мастер, которым гордится вся республика. Вот поедем к нему завтра в гости. Ваши впечатления от нашей республики, от наших людей и от наших традиций, которые вы уже успели узнать? Мы спрашиваем у всех ребят, какая самая главная и любимая традиция адыгов. Они говорят: гостеприимство. И это действительно так, потому что в каждом месте, в которое мы приезжаем, мы видим настоящее искреннее гостеприимство. То есть нас ждут, и адыги уважают своих гостей, поэтому очень приятно побывать в гостях у вас. В рамках проекта планируется создать 4 серии документального сериала длительностью 25 минут каждая. Охват аудитории проекта не менее 375 тысяч просмотров. Готовый контент будет опубликован на информационных площадках региональных отделений Лиги юных журналистов и в общероссийских СМИ. Документальный сериал «География детства» будет также предложен общероссийским и региональным профессиональным средствам массовой информации при поддержке Молодежного центра Союза журналистов России. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабльского района.